одержала. Никулин Станислав Кировской области вышел в финал. Олегов Владимир Московская область примет участие в поединке за третье место. На подиум приглашает с собой номер 61. Крымов Артур, Москва, Гавриленко Степан, Липецкая область. Готовится мужчина весовой категории 80 кг, бой номер 62. Козлов Александр, Московская область, Шевков Сергей, Москва. На татами А победу одержал Кузьмин Степан, Тверская область. На татами А приглашает с собой А-72, Витальев Макар, Московская область, Прохоров Антон, Республика Карелия. Готовится юноша 12-13 лет, весовая категория до 55 кг. Бой А-73, Зеленев Алексей, Москва, Куменюк Иван, Тамбовская область. На татами Б дополнительное время 1 минута. На татами Д готовится мальчик 10-11 лет, весовая категория до 45 кг, бой Д-84, московский Даниэль, Санкт-Петербург, Уставщиков Демид, Юки Даджо. Владислав Липецк, Зимарин Михаил, Гладиатор. Готовится поединок С-68, весовая категория 40.